суде Ленинского района вынесли приговор лихачу, который задавил молодого человека на меридиане. Мужчина признался, что превысил скорость и не увидел парня на пешеходном переходе. Эта съемка с видеорегистратора очевидца стала главной уликой в материалах уголовного дела. Автомобиль марки «Черри» сбил 21-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель остановился и пытался оказать ему первую помощь. Вот только от полученных травм пострадавший скончался. Вину в совершении данного преступления он признал, раскаялся. Дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Значит, судом было назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год. Лишение свободы суд заменил на условный срок, а также назначил выплатить семье погибшего 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.